Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Та. Я партнер компании Global Intergold. В скором времени у нас произойдет переход нашей компании на новую платформу электронной коммерции. И я останусь бизнес-партнером GIGOS, платформы GIGOS. Так вот, друзья мои, я приобрела в компании ценные бумаги и хочу продемонстрировать вам, как загрузить документы для получения сертификатов на ваш домашний адрес. Для каждого будет интересно узнать пошагово, как получить сертификаты по почте домой. Так вот, я захожу в свой бэк-офис. Естественно, я нажимаю на фрактал. И еще хотелось бы добавить вам, что я могла бы сделать это и раньше, но у меня была проблема с тем, что у меня не было... Я проживаю в Турции, все чеки приходят на фамилию моего мужа, а это не подходит. И поэтому я перенесла, значит, абонент заводу на свою фамилию. Как я это все сделала, вы можете посмотреть вот в этом видео. Полезная информация, как оформить на себя абонент заводу и что для этого требуется. Это касается людей, которые проживают, ну, за границей, а также и в Турции. В этом видео. Так, мои хорошие, теперь я возвращаюсь на свою страницу, в свой бэк-офис, и для получения нужной информации я нажала на фрактал. Сейчас я нахожусь во фрактале. Мои контракты. Заходим, нажимаем сюда, и открывается мой контракт, который я подписала. Значит, заходим, нажимаем на «Принято». Еще хочу вам сказать, что я до этого загрузила эту квитанцию, и мне сейчас нужно проделать следующую операцию. Загрузила квитанцию, точно так же нажала на «Загрузить», и он у меня был на рабочем столе, квитанция. Здесь я покажу сейчас вам, вот моя квитанция, вот моя квитанция. Вот посмотрите, мои хорошие. Я загрузила квитанцию, и сейчас мне нужно загрузить «Sell Agreement». Это договор. Прочитаем. Для того, чтобы зарегистрировать ценные бумаги в депозитарии, вам необходимо скачать Sell Agreement, подписать его и загрузить на платформу. Пожалуйста, следуйте инструкции. Скачать Sell Agreement, то есть распечатать документ, подпишите, загрузите фотографию или сканированную копию подписанного документа, используя и соответствующую форму. Что это значит? Я сейчас не имею такой возможности в домашних условиях, поэтому мне нужно пойти в интернет-кафе, и я вам все покажу пошагово, как это все буду делать. Я открываю бэк-офис, затем нажимаю на мои контракты. У меня появляется мой контракт, где я нажимаю на кнопочку «Принято». Открывается новая страница, и здесь «Sell Agreement». Я нажимаю туда. Затем появляется мой контракт, который я должна буду распечатать, подписать. Распечатав свой контракт на принтере, я расписываюсь над ним. Вот посмотрите, я расписалась. И сейчас это нужно будет загрузить на рабочий стол. Видите, я загрузила на рабочем столе файл. Затем я нажимаю на «Загрузить». Появляется такое окно «Загрузить файл». Нажимаю на него. Здесь на кнопку «Открыть». Все, друзья мои, документ загружен. С вами была Светлана Ата. Надеюсь, информация была полезной для многих.